Когда это произойдет? Ну, хотя бы ориентировочно. В этом году? В этом году произойдет. То есть субподрядчик смотрит сейчас документацию, закупает материалы. И в этом году, в течение там, двух недель, я думаю, должен выйти субподрядчик на эти работы. На этой крыше мы были еще в начале ноября. С тех пор здесь ничего не изменилось. Обещанные фондом капитального ремонта 2 недели растянулись больше, чем на месяц. Сегодня, кстати, 15 декабря. Последний день, когда по заверению чиновников крыша должна быть сдана. Подрядчик, который ремонтировал крышу 1,5 года, свои обязанности уже никогда не выполнит, так как его фактически больше не существует. Правда, и субподрядчик за работу, похоже, не взялся. Ни стройматериала, ни рабочих житель дома Михаил Паснов за это время так и не увидел. Никаких ни звонков не было, никаких проверяющих, то есть никто не приезжал. Элементарно они даже не устранили какие-то течи, которые, в принципе, можно устранить одним днем. Абсолютно ничего не изменилось. Как дальше? То есть у нас действия такие. Мы записались на прием заместителя губернатора. Будем ждать каких-то результатов оттуда. Погода в декабре только усугубляет проблему. Теперь течет почти в каждой квартире на 5-м и 4-м этажах. Люди расставляют тазы, кастрюли и ведра по всей квартире. Выливать воду из них приходится по несколько раз в день. Вода, кстати, место, где ей капать, не выбирает. У Натальи в квартире течет в том числе и на электросчетчик. Так что отсутствие света в квартире ее уже не удивляет. Когда у нас потекло вот здесь, вот у нас свет отключился. 2 дня без света сидели во всей квартире. Позавчера мама сюда решила переселить. Ей в той комнате темно, а здесь вроде немножко окно побольше. Все, застелила ей постель, все, и пришла она, посидела немножечко и начала капать. Все, опять ее в ту комнату. А вот в фонде капитального ремонта про течи по всему дому даже и не слышали. И да, сроки ремонта опять сдвинулись. На данный момент кровля плоская, и работа в зимний период. Работать на плоских кровлях желательно не производить. Работу производить лучше с марта. Субподрядчик на данный момент заделал все дырки, кровля не течет, утеплитель на месте, кровля зиму прослужит. Где-то с марта выйдет подрядчик и сделает нормальную, хорошую кровлю. Палец болит. Слушай, я вот смотрел вот у вас, я когда тут раньше не смотрел, там, а сейчас... Похоже, что фонд капитального ремонта и жители дома на Рябцево 34 находятся в совершенно разных плоскостях. На слово о том, что квартиры по-прежнему протекают, нашей съемочной группе не поверили. Зато нам удалось договориться о прямом контакте между жильцами и представителями фонда. А если и это не поможет, то действительно, дорога только одна – в кабинет губернатора. Он остается для жильцов последней надеждой. Антон Галеев, Константин Кузнецов, служба новостей, город.